обработки вызова 112. Слушаю вас. Еду по объездной по Горска. Тут пожар, горит что-то. Вас плохо слышно. Повторите, где вы находитесь. 20 километров по Горска, московская трасса. Да, сарай какой-то сгорел. Потушили, конечно. Ничего серьезного. Первое, да. Эй, парни, сюда. Давай, я перезвоню. Ага. Да, папа, Денис очень хорошо водит. У него замечательная машина. Пап, да, аккуратно. На следующей неделе, наверное. Давай, целую. Волнуется? Да, это что? Вино папе? Ну, он вроде как любит. Любит. Ты ему без этого понравишься. Ну, не знаю, вдруг он хотел кого-нибудь для тебя получше. Кого получше? Вы с ним оба в детдоме выросли. Вот именно. Уж поверь мне, твой папа мечтал выдать тебя за мальчика из хорошей семьи. Вот родится у нас дочь. Она будет сама выбирать, за кого ей выходить. По дому соскучилась? Ну так, чуть-чуть. У нас такой городок маленький, уютный, красивый. Тебе понравится. Пашка на полторашке. Че, не рассыпалась по дороге? Да нет, слава богу. Что у вас тут? Че, 4 трупа. Похоже, не первый год здесь лежат. С 90-х? Да не, эти посвежее будут. Алкаши, поножовщина. Кого высматриваешь, шефа? Да. Мне сказал срочно приехать. Сказал, а сам свалил. Дело-то глухарь. Так что тебе расследовать? Мне? Ну а что, никто же не хочет отчетность портить. Ты у нас человечек покладистый. Так что давай, разгребай. Шеф так сказал, что ли? Да шеф, шеф. Ну все, Пашка, на промокашке. Мы верим в тебя. Ага. Я пока не приступал, ночью буду работать. Пока разогреваюсь, будешь? Значит, у нас 3 скелета женских, 1 мужской. Время смерти разное. Я думаю, разрыв от 2 до 5 лет. У этих 3 руки за спиной связаны леской. Причин смерти я пока не вижу, но... У этого скелета, самого старого, голова проломлена чем-то тяжелым. Я думаю, что этим. А у 4-й руки не связаны? Нет. Но вот что интересно. У этих 3 в головах песок. В головах песок? У каждой, во рту. Причем интересно, на ферме такого песка нет. Ну, разное время смерти. Леска, песок. Смекаешь, о чем я? Серийный убийца. Вызвали? Да.
Проходи, присаживайся. Все свободен. Таня, Татьяна. Как твои дела? Большое спасибо, очень хорошо. Угу. Так, ты в Погорске бывала когда-нибудь? Да, давно, не по работе. Там на прошлой неделе нашли 4 трупа давнишних. Думаете, это я? Смешно. В интернете по этому поводу шумиха поднялась. Привлекли, так сказать, внимание. В общем, от нас кто-то должен туда поехать, проконтролировать. Ты? Хотите избавиться от меня, пока идет внутреннее расследование? Номер следака, который ведет это дело, я тебе скину. Созвонись с ним. Все в курсе, все. Татьяна? Павел? Так точно. Добро пожаловать в Погорск. Как доехали? Нормально. Вон моя машина, давайте. Сама она не тяжелая. Мы сейчас едем в гостиницу, заселим вас, вы отдохнете, а завтра... Заселимся вечером, а сейчас я бы хотела ознакомиться с делом. Окей, в управлении ждут вас, хотят познакомиться. Я сюда не знакомиться приехала, а работать. Ясно. А сумку в багажник можно убрать. Папа хотел, чтобы я за Костю вышла. Это сын его партнера по бизнесу. Я же говорил, мальчик из хорошей семьи. Почему не вышла? Да он мне не нравился особо никогда. Слушай, он меня старше лет на 10, наверное. Ну, почти как я. Ты это другое дело. Все, дай мне главу дочитать. Пора бы уже на электронные книги перейти. Ну, я же из Погорска. У нас все по старинке. И потом... Куда я буду цветочки прятать, которые ты мне даришь? Наконец-то. Из Москвы ехали или с Аляски? Мы с остановками. Папа, это Денис. Денис, это папа. Эд, зови меня Эд, и можно на ты. Хорошо. Одну секунду. Пап, Эд звучит как дед. Ну, вот женится, будет называть папой. Вино коллекционное, красное, сухое. Неплохой заход, Денис. Очень неплохой. Господи. А это что за зверь? Это лапка. Денис дарил в прошлом году, я же тебе рассказывала. Ладно, давайте выгружайтесь, умывайтесь и к столу. Там Люся нам приготовит. А я к дому. А Люся это кто? Люся это домработница. Готовит, убирает. Папа на это не способен. Ну вот. Здесь я родилась, выросла. Хорошо тут. Три женщины от 20 до 26 лет были убиты от года до 3 лет назад. И мужчина лет 40-50 был убит 5 лет назад.
У женщин руки связаны леской, во рту песок. У мужчины проломлена голова. В остатках одежды мужчины обнаружен ключ от наручников. Наручники не нашли. Я проверил всех, кто пропал в Погорске за последние 5 лет. Никто под описание жертв не подходит. Ясно. Завтра я хочу посетить место, где нашли тела. И поговорить с судмедэкспертом. Она у себя в областном 2 коллег с потрохами сдала. Кому сдала? Кому? Службе собственной безопасности. Превышение полномочий, подозрение на взятку. В общем, как минимум увольнение, а может и срок. Ничего себе. Ее в области все ненавидят, поэтому ее к нам и отправили. Ну чего, как там она? Да нормально, сейчас повезу ее в гостиницу. Ты с ней поосторожнее. Ну, может, неприятности добавить и нам, и тебе. Проблемная баба. Ладно, понял. Ну, будь к ней поближе. Ну, присмотрись за ней, так сказать. Понял? Хорошо. Понял, все. Хорошее вино. Душевное. Жалко, что ты не пьешь. Хотя, нет, молодец. Да я когда пацаном был, денег на хорошую выпивку не хватало, а барбатуху пить не мог. Вот как-то так и не привык к алкоголю. Это не беда. Главное, чтобы денег хватало. Ну, сейчас все хорошо. Просто, знаете, извини, ты. Ты знаешь, когда ты сирота, приходится пахать, карабкаться, пока не вылезешь. Да и отношение к нам детдомовским такое. Ну, да. А сейчас ты в транспортной компании работаешь, так? Менеджер по рекламе. Ну, видно, что не дальнобойщик. Ну, для дальнобойщика я хлебковат. А вот официантом могу. Пап, ну как он тебе? Ну ты даешь. Ты же не для меня его выбирала. Смешные прям. Дрожите, что я нос буду воротить. Я хочу, чтобы моему папе нравился мой жених. Знаешь, как он волнуется? Денис хочет, чтобы у нас была настоящая семья. Ну там бабушки, дедушки, родители, дети, внуки. Ясно, ясно. Я же не против. Будет ему семья. Хотим через год пожениться. Ну, когда институт окончу. Хочу учиться, потом жениться. Ну, дело ваше. Ну, а я чем смогу, я помогу. Я вас в гостинице ищу. Вы опоздали. Да меня машина подвела. В следующий раз пораньше выйду. Мне личный водитель не нужен, не стоит волноваться. Да ко мне не сложно, вы города ведь не знаете. Погода какая стоит, да? Почему здесь закрыто? Так а вход с другой стороны. Пойдемте. Аккуратней. Спасибо. Я не понял. Что вам не понравилось в моем отчете? То, что он слишком поверхностный. Например? Пломбы, коронки, переломы. Ну, да. Эти моменты я упустил. Вы что, пили? Я не пил. Употреблял немного. Утром на рабочем месте? Во-первых, не утром, а ночью. Утром я не пью. А во-вторых... Мне не интересует во-вторых. Ладно. Дмитрич,
будете искать себе других дураков на мое место. Проведите повторный осмотр останков. Внимательно. Поехали на место, где их нашли. Ты кого мне привез? Папа же ресторатор. У него и в центре заведение, и на трассе. Дома редко бывает. Алина, это ты мелкая? Чего? А, ну... Ну да. С мамой и папой. А это мама маленькая. А это мы на выставке цветов. Так вот откуда у тебя любовь к цветам. Мама любила цветы. Больше, чем тебя? Не надо так говорить, пожалуйста. Она же вас бросила 5 лет назад. Это папа думает, что бросила. А ты так не думаешь? Не знаю. Просто хочется думать, что у нее все хорошо. А папиных фоток нет в детстве или в юности? Нет. Он же детдомовский. Ну что, я тоже. Но у меня есть детские фотки. Ну, может быть, в его время с этим было сложнее. Фотоаппаратов было мало. А женщин за рулем еще меньше. Я помню, что обещал. Ну, то, что внутри периметра, мы осмотрели, вон, даже перекопали. Ну, на всякий случай. А там копали? На всякий случай. Осмотрели? Вроде ничего. Вроде? Но фигура речи – ничего. Ясно. Я вас поняла. Может, мы перейдем на «ты», а то все-таки вместе работать. Зачем эта официаловка нужна? Паша, ты отправлял запрос в область о пропавших людях? Ведь они могут быть не из Погорска. Отправлял сразу, как только наших местных проверил. И? Пока тишина. Долго собирать информацию? Наверное. Паша, для того, чтобы получить результат, недостаточно просто спросить. Нужно требовать ответ, иногда ругаться, но добиваться своего, а не сидеть у моря и ждать погоду. Понял, понял. Я позвоню. Я сама позвоню. Ускорю процесс. Значит так, все те постройки и всю эту территорию нужно проверить еще раз, тщательно и без вроде. Что это даст? Узнаем, когда сделаем. Хорошо, я шефу скажу, чтоб людей дал. Кто хозяин фермы? Бирюков, застройщик, у него ферма мертвым грузом на балансе. 10 лет ее пытается продать уже. Это все? Да. Может, мы поедем перекусить? А? А то с утра маковой росинки не было. Поехали к Бирюкову. Вот это граница города. Вот это старая объездная, ей, в общем-то, никто не пользуется. А вот та самая ферма, которая никому и не нужна. Так зачем же вы тогда ее купили? Ну, мы покупали всю колхозную землю, она входила в общий пул. Но отказаться от этой покупки мы не могли. У вас все, простите? Да. Не все. Послушайте, что вы себе позволяете? У меня нет времени на вашу ерунду. Я уже все рассказал вашему коллеге. Что вы хотите от меня? Я вызову вас повесткой, и вы потратите времени гораздо больше, обещаю. Ладно. Что вы еще хотите знать? Когда вы там были последний раз? Да лет 10 назад и был, когда заключали сделку. Сотрудников своих туда отправляли? Слушайте, я же уже говорил, за 10 лет ни одного покупателя. Нет, не отправлял. Кому она принадлежала раньше? Компания «Эндер», Илья Кольников и Эдуард Калашников. А наша уже 3 годика. Мы же с Лёшкой, когда поженились, я беременная была. А вы давно вместе? 2 года уже. Да. Дэн, ну что, по 50? Не, я не пью. Нет. Ну вот, не пьющая пара. А ты почему? С Алиной это понятно. Она однажды на школьной вечеринке так перебрала, что... Даша, пожалуйста, не надо. Так. Прости. А мне, пожалуйста, цезарь и вишневый сок. Угу.
Мне блинчики с семгой и минеральную воду без газа. Хорошо. Спасибо. А мне куриные медальоны, грибное сорти, лепешку и бокальчик каберне. И вам? А я еще не выбрал. Хорошо. А я тут слышала, в городе серийный убийца объявится. Ну что ты слухи-то распускаешь? В смысле серийный убийца? Да, за городом тела девушек нашли, молодых. Господи. Нашего с тобой возраста. Убиты в разное время. Ничего себе, тихий городок. Угу. Я как узнала, мне сразу отсюда уехать захотелось. Тебе всегда отсюда уехать хотелось. И уеду. Вот Алинка устроит со своей Москве. Ой, меня позовет. И уеду. Я на минуту. Можно вас? Но я определился. Так, мне давайте... Ой, это твой папа, что ли? И... Жульен, что ли? А это партнер его? Да, сын партнера. Тот самый Костик, да? Да, он здесь вроде как управляющий, а папа его друг владелец. Что-то даже не подошел поздороваться. Да и слава богу. И будьте добры еще вашей особой. Грамм 200 в графинчике. В чем проблема? Может, не стоит со всеми отношения портить, а? Утром Мидрич, наш патологоанатом, сейчас вот этот. У меня с ними нет никаких отношений, чтобы их портить. Я просто выполняю свою работу в рамках правового поля. А что это за компания, Эндер? Местные рестораторы. Раньше занимались землей, сейчас ресторанами. Ой, было хорошо, но мало. Так, хватит пить. Бери вон пример с Денисом. А, то есть он у нас теперь сын маминой подруги. Блин. Вот и наша москвичка. Это кто? Да никто, не важно. Пойдем. Рома, привет. Подросла, похорошела, остепенилась. Обороты сбавь. Ты что такое? Маму свою позовешь, как обычно. Как она, кстати, нашлась? Заткнись, придурок. Я тут одно немецкое кино смотрел. Так там одна актриса очень похожа. Слушайте, тебе сказали заткнись. Пожалуйста, не надо. Леша, разними! Так, пьяный? Да ладно. Да он вообще не пьяный. Да вы знаете, кто я? Давай, друг, пошли. Руки убрали, это не ваше дело. Кто это был-то? Да, одноклассник мой бывший. Рома Жилин. Пьяный идиот. Денис, прости, пожалуйста. Я... Да все нормально. Ты-то в порядке? Просто хочу это забыть уже как можно быстрее. Извини меня, Денис. Приехал в дикий городок, а здесь... А тут Дикий Запад. Бандитский Погорск. Угу. Моя невеста с бандитского Погорска. Не волнуйся, не убегу. Доброе утро всем. Доброе. Здравствуйте, Люся. Доброе утро, Алиночка. С приездом? Спасибо. Вы уже с самого утра на работе. Да, вот пирог испекла к завтраку. Порадовать вас хотела. Вернемся, обязательно попробуем. Пап, ты не вздумай все слопать. А куда вы с утра пораньше намылись-то? А Денис будет учить меня водить машину. О, хорошее дело. Мне рассказали про вчерашний инцидент. Не вы, правда. Папочка, мы не хотели тебя волновать. Ну, правда. А этот Рома Жилин, твой одноклассник, он чего, взревновал, что ли? Я не хочу про него говорить, правда. До свидания. До свидания. Доброе утро. Доброе. Поехали? Тебе тоже вчера досталось? Не особо. Он пьяный был. Я даже заявление подавать не буду. Зря. Папочка, мы через пару дней обратно в Москву. Нет времени ходить по полиции. Ворота оставьте открытыми, я тоже скоро поеду. Пока.
Шеф не видит смысла повторно осматривать ферму. Тем более всю. Чем мотивирует? Нет ресурсов. Люди заняты. Мясу не нужен маринад, если оно свежее. Берешь лучок, перчик, соль и сразу на шампуры. Я перезвоню. У вас серийный убийца гуляет по городу уже несколько лет. Ну так поймайте его. Вы же здесь для этого. Поймаю. А вы мне поможете. Повторным осмотром фермы или всего города? И всего города, если понадобится. Знаете что? Знаю. Либо вы мне даете людей для осмотра фермы, либо я пишу рапорт о вашем халатном отношении к расследованию. Нужно проверить вот это заявление. Бородаев, без определенного места жительства, прошел 3 лет по адресу. Так это социальный приют. Бродяга. Он пропал 5 лет назад, ему было 47 лет. Да, я понимаю, но бродяга. Ладно. Так, спокойно. Главное не торопиться, да? Не нервничать. Ты когда так говоришь, я еще больше начинаю нервничать, Денис. А? Почему у тебя не автомат? Да потому что это отстой. Давай, так, пробуем. Давай еще раз. Передачу. Сцепление выжили, аккуратненько, газ добавляем. Отпускай, 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 отпускай. Так, я так больше не могу, серьезно. Ну что ты как маленькая-то, а? Ну не все получается с первого раза. Вот если бы я так сливался, я бы ничего не добился в жизни. Спился бы или он... сидел бы, как многие из наших. Давай попробуем еще раз. Давай попробуем еще раз. Так, передача. Передача. Аккуратненько. Сцепление отпускаем, газ добавляем. Я не такая упрямая, как ты, извините. Потому что ты папина дочка. Если у меня когда-нибудь будет машина, у меня будет обязательно коробка-автомат. Поехали домой, Денис. Ща. Ой. А у вас есть тут служба эвакуаторов? Ой. Борода у нас жил 2 года, может больше. Ну, работал где придется. А так человек тихий был, смирный. Никаких проблем с ним не было никогда. Раньше пьющий был, но потом бросил. Мы ему даже документы хотели сделать, чтобы он официально на работу мог устроиться. Квартиру снять хотел. Но пропал. Да. Нет, ну он и раньше дня на 2-3 пропадал. Ну, если халтура какая, мог и на объекте ночевать. Трудяга был. А тут неделю его нет, а я смотрю, вещи на месте. Ну, если бы хотел насовсем уйти, он вещи-то забрал бы. И вы пошли в полицию? Да. Ну, там все равно искать не стали бы. Они даже заявление сначала принимать не хотели. Ну, мол, бродяга, смысла нет. Ну, конечно. Скажите, а у Бородаева были какие-нибудь особые приметы? Какие приметы? Так хромал он на правую ногу. У него правая нога была сломана, и там, видимо, как-то кость не так срослась. Ясно. Спасибо. Да не за что. Вы, если найдете его, передайте, что мы его ждем тут. Чего? Не я заявление принимал, занимался поиском. Угу. Звони патологоанатому. Не берет трубку. Даже не удивлена. Поехали к нему.
место иди. Пошел, пошел вон отсюда. Ты... Пап. Если вы задержитесь, я готов потерпеть это лохматое чудовище. Я на минуту документы забыл. Вы, кстати, покатались уже? Где машина? Да, на ремонте. Меня через 3-4 обещали отдать. Ну, я ее немножко сломала. Она тебя до свадьбы еще разорит. Ладно, я поехал. Все, до вечера. Давай. Слушай, а может, порядок тут наведем? Где? Во дворе. Вон забор покосился. Я видел, там плитка отвалилась. Папа раньше недвижимостью занимался. Денег было куча. А теперь, видишь, кафе, рестораны. Остатки былой роскоши. Слушай, ну папа твой добился всего, чего хотел. Может, расслабиться, в принципе. Он у тебя крутой. Я бы хотел быть таким, как он. А я не крутая. Ты моя любимая. Дмитрич, проснись! Ой, что, еще трупов привезли? Да типун тебе на язык! У вас совесть вообще есть? Сейчас рабочее время, а вы пьяные! Да, пьян. Но я же работоспособен. Посмотрите останки мужчины, меня интересует. Уже осмотрел, всех осмотрел. Ну? Ну, а что ты не успел составить? У мужчины переломы есть? Есть. Перелом правой берцовой кости. Но срослось неправильно. Так что я думаю, что он при жизни хромал. Бродаев. Личность первой жертвы установлена. Нужно установить всех, у кого работал Бородаев. Узнать все о его последних днях. Это будет непросто. 5 лет прошло. Люди мало что помнят. Придется вспомнить. Таня, я хотел с тобой кое-что обсудить, спросить. Слушай. Тебе не кажется, что из-за твоей жесткости у людей возникает отторжение к полиции? В целом. У нас работа такая. Нам нужны факты, а не эмоции. Мы должны научиться отличать жертв от свидетелей и от подозреваемых. Так люди все разные. Я думаю, что надо уметь найти подход к ним. А если ты всех делишь на жертв, свидетелей, подозреваемых, то чего получается-то? У тебя, наверное, и друзей-то нет? Эту клумбу мама разбила. Мне 3 года было. Это клумба? Да. Она здесь цветочки посадила, пыталась ухаживать, потом забросила. Хочешь восстановить ее? Ну, попытаюсь. А я тогда попытаюсь забором заняться. Давай. Алина! Твое животное опять на моем кресле валялось. Помяло? А при чем тут помяло? От него шерсть, оно на одежде остается. Эд, эта собака не линяет. Пап, что ты злишься? Я не злюсь. Так, а что вы тут делаете? Небольшой ремонт. Забор починим. Чтоб без дела не сидеть. Что за ерунда? Не трогайте тут ничего. Я найму людей, они все сделают. Зачем вам напрягаться? Так нам не трудно. Пап, не перестань орать, пожалуйста. Я не ору, это во-первых. А во-вторых, вообще мне в офис надо на работу. Извини, я не знаю, что на него нашло. Он обычно так не разговаривает. Да ерунда. Да мне перед тобой еще неудобно. Машину твою сначала сломала, теперь заставляю в огороде копаться. Нормально. Я ведь теперь вроде как часть семьи. Знаешь, у меня это впервые. Так здорово. Борода у нас часто подрабатывал. То дров шашлычнику наколет,
Кто с выгрузкой поможет? Повседневная работа. Ну, его кормили, денег давали немного. Потом он пропал внезапно. И вы его не искали? Так бомж ведь, хоть и рукастый. Что-нибудь еще можете сказать? Ну, как-то рассказывал, что за ним кто-то следит, но кто чего, без понятия, я не расспрашивал. А перед исчезновением ничего странного не было? Вот незадолго до исчезновения сказал мне, что скоро начну жить как нормальный человек. Не знаю, что он имел в виду. Спасибо. Ясно. Ну, если что-то вспомните, то... Сообщу, конечно. Спасибо. Звонили из области. Так. Нам прислали все дела о пропавших мужчинах и женщинах за последние 5 лет. Много? Даже очень. И все их нужно просмотреть в Паше. Слушай, а ты не знаешь, что у отца какие-нибудь строительные штуки? Ну, там, саморезы, скобы было бы идеально. Пойдем в сарай посмотрим. Пойдем. Молодцы. Боже. Это твоя мама? А кто их так? А вот и друг нашей Лигеры пришел. Не смог ее отговорить от бессмысленного осмотра, да? Или это была твоя идея, а? Ну, а вдруг не бессмысленно? Не, ну вы, конечно, молодцы, опознали личность одной из жертв. Но что вы еще-то там хотите найти, а? Да это интернет все. На местных форумах пишут, что не обыскивали мы ферму. Вот паникеры и считают, что трупов может быть гораздо больше. А это сообщение начиталось и имитирует бурную деятельность. Вообще-то она работает. Молодец! Напарника защищает. Молодец! Слушай, Паш, а ведь ты можешь выгоду из этого извлечь. Ну вот охмуришь ее, переведешься в область и карьеру сделаешь. Только для этого, Пашенцы, измениться нужно. Мачо стать настоящим. Мне тоже надо посмеяться сейчас, да? Да шучу я, господи. Ну ладно, ладно. Шутки шутками, а ферму осмотреть надо. Берешь, значит, двух пацанов из третьего отдела. И туда. Я надеюсь, сладкая парочка примет участие в этом мероприятии. Все, по коням. Папа. Я был в офисе, поэтому не отвечал на звонки. Я звонила в офис. Я был занят. Ужинать не буду. Ты видел у него на шее что-то? Что? Помада или краска какая-то. Думаешь, у него есть женщина? Вот, собрали вероятные улики. Ты думаешь, это смешно? Мы ж просто... Просто работайте как надо. Участки надо разметить и проверять каждый куст и каждый камень, а не мусор тут собирать. Выполнять! Может, не стоит с коллегой не ссориться? Все-таки общее дело делаем. Мы же это боевое братство. Братство – это семья? Но когда интересы семьи выше службы и закона – это мафия. Ну что? Как там продвигается ремонт двора? Я сегодня на работу больше не иду, поэтому присоединюсь к вам. Папа, что это?
Где вы это взяли? В сарае. Что они там делали? Почему в таком виде? Понятия не имею. Надеюсь, ты не думаешь, что это я их вот так вот изуродовал? Пап, я не знаю. Ты очень сильно переживал из-за мамы. Я это помню. Если ты не сдержался, ну, я могу это понять. Я переживал, я и сейчас. Но я не такой псих, чтобы вот так вот. Правда, не знаю, кто это смог сделать. Татьяна, идите сюда! Сюда! Вот, нашли. Последняя найденная жертва. Женщина, предположительно, 30-35 лет, убита около 5 лет назад. Руки скованы наручниками. Ключ от наручников был обнаружен у жертвы, опознанной как Бородаев. Также у женщины найден кулон с цепочкой. Похожий кулон с цепочкой фигурирует в деле об исчезновении Елены Калашниковой. Возраст и время исчезновения совпадают. У нее осталась дочь, она сейчас в Погорске. Согласилась сделать ДНК-экспертизу. Результаты будут завтра. Пожалуйста, я просто не поняла, куда папу увели? Какие-то анализы сказали? Это результат ДНК-теста. Мы обнаружили останки вашей мамы. Соболезную. Тише. Пойдем отсюда. Да, вы идите домой, и ваш отец придет позже, нам надо с ним побеседовать. Я в тот день собирался на рыбалку. Это был выходной. Но в ресторане случился конфликт между посетителями и персоналом. Я поехал туда, чтобы все это уладить. Ресторан «Эндер», верно?
И вы пробыли там до 4 часов утра? Да. Я пытался выяснить причины конфликта, проводил беседу с персоналом. Лена в этот вечер собиралась на пробежку. Она каждый вечер бегала через парк. Угу. И вы вернулись домой около 4:30 утра? Да. Но, судя по вещам, Лена не вернулась с пробежки. Я сел в машину, проехал по ее маршруту, заехал в больницу. Ну, а потом уже обратился в полицию. А ваша дочь в это время находилась за границей, верно? Да, Лена отдыхала в Черногории. Вернулась через 3 дня. У вас с женой были конфликты, ссоры? Я же сказал, что нет. Послушайте, перестаньте мне задавать одни и те же вопросы, в конце концов! А вы не нервничайте. Вы меня подозреваете? Вас никто не подозревает. Какие у вас были отношения с женой? Можете описать? Не все было гладко. Ее тяготила семейная жизнь. Я это видел. Но не убивать же ее из-за этого. Когда она исчезла, я подумал, что она бросила все и сбежала. Просто бросила. Мужа, дочь, дом. А что тут такого? Решила все начать с чистого листа. Я не знаю, не знаю, не знаю. Я ее не убивал. Паша, тебя шеф вызывает. Послушайте, никто вас не обвиняет в убийстве. Нам просто нужно восстановить все факты, чтобы найти убийцу. Так значит, вы говорите, что лично вы не видели, как ваша жена выходила на пробежку? Нет, не видел. Вызывали? Паш, ну вы чего? 3-й час допрос длится. Мужику и так нелегко. Единственная ниточка. Да какая ниточка? Он с вами даже без адвокатов разговаривает. Нормальный мужик, честный бизнесмен. Если есть его предъявить, предъявляйте, а нет, так отпускайте. Хорошо, я поговорю с Татьяной. Поговори. И вообще, знаешь что, Паш, смотри за ней. Я должен знать обо всех нарушениях, которые она совершает. Даже если дорогу на красный свет перейдет, должен мне доложить. Чувствую, что намаемся мы с этой бабой. Ладно, давай, по коням. И вы не можете сказать, были у нее любовники или нет? Она мне про это не рассказывала. Но если бы я узнал, я бы выгнал бы ее и все. Не убивать же ее из-за этого. Ладно, на этом все. Можете идти, если что-нибудь вспомните. Непременно сообщу. Какой-то он слишком нервный. Ну еще бы, мы его почти 3 часа допрашивали. Проголодался? Да не, я не про то, я... Я проголодалась. Наведаемся в ресторан «Эндер». Алина, сядь уже. Нет. Может, тебе воды принести или чай? Не хочу ничего. Алина, я тебя очень... Я знаю. Не надо, пожалуйста. Как вы? Зачем ты сказал мне, что она нас бросила? Ты же знаешь, я сказал тебе тоже, что и в полиции. Она могла сбежать с любовником, я не знал тогда, что думать. Поэтому надо было маму оболгать? Теперь что ты думаешь? Я думаю, что ты о ней ничего не знала. Ей всегда было плевать и на тебя, и на меня. Хочешь поговорить со свидетелями алиби Калашникова? Да. Тань, подожди. А можно? Ну, можно мне их опросить? Ну, то есть в твоем присутствии, но по-своему. Без давления, без нервов. М? Ну, давай. Спасибо.
Не сказали, что вы хотите... Да, конечно, присаживайся. А 5 лет назад у вашего шефа пропала жена. И в тот день у вас здесь была какая-то заварушка, помнишь? Да, да, конечно. Расскажешь? Послушай, это не допрос, это просто беседа. Но для нас это очень важно. Да что там рассказывать? Жилин опять приперся пьяный, пристал к повару, потом стал цеплять посетителей. На, сам это хавай! Хавай, я сказал! На, ешь! Успокойтесь, пожалуйста. Не буду. Слышь, я сейчас тебя успокою, а ты жри! Вы что себе позволяете? Что? Жри! Куда пошел? Пойдет. Кто такой Жилин? Это заммэра? Нет, нет, младший сын его. Тут еще отморозок. Он тут недавно к дочери Калашникова прицепился. Парня ее побил. Слышали? Нет, и что? Да ничего, патрульные его замели, потом отпустили. Очень интересно. А в тот раз, когда он здесь бузил, шеф сюда приехал? И Эд, и Костя приехали и разобрались. Эд, это Эдуард Калашников. Ага. А вы убийцу ищете, который тех людей на ферме и жену шефа? Тут говорят, что это серийный убийца, что он убивает и будет убивать. Надеюсь, убивать больше не будет. Так что, шефы, они приехали сюда и были здесь до утра, да? Это точно до утра был. Орал тут на всех, мол, клиент всегда прав, с ним спорить нельзя. Грозился всех нас уволить. Уволил? Нет, конечно, он же понимал, что мы не виноваты. Да. Да, Борис Петрович. Да, установили личности 2 жертв. Слушай, что они хотели? А, они про тот случай с Жилиным спрашивали 5 лет назад. А что ты им сказал? Ничего, что он побузил и унялся. А что надо было в красках расписать? Они вообще маньяка ищут. Какая разница? Ну-ну. Видишь, все рассказал. Без давления, без нервов. Эдуард был здесь до утра, никуда не отлучался. Был на виду. Пожалуй, возьму у тебя пару уроков по общению со свидетелями. Ну, что порекомендуешь? Можно? Здравствуйте, готовы? Да, нам, пожалуйста, 2 порции блинчиков с медом. Чай. Угу, какой? Облепиховый. Угу. Большой чайничек. Все? Спасибо. Мама не любила этот город. Приехала сюда после свадьбы. Откуда она? Из Сергиева Посада. У нее там подруги остались. Постоянно ездила в Москву, за границу. Приезжала они с папой. Ругались, потом мирились. Потом она опять уезжала. Тебя с собой не брала. Да я как-то с папой ближе была. Но мама всегда была готова меня защитить. Однажды она даже... Что однажды? Да неважно. Ты сегодня днем куда-то ходила? Судебный морг. Маму надо похоронить, но пока идет следствие. Ее не отдадут. Мне придется остаться в Погорске, ты же понимаешь? Конечно, понял. Я позвонил на работу, взял отпуск. Я останусь с тобой. Я обязательно выясню, кто ее убил. Как? Завтра я встречаюсь с одним человеком. Действительно. Отрыв башки. В смысле, очень вкусно. Ты знаешь, я часто бываю прав. Вот только ко мне не всегда прислушиваются. Как насчет добавки? Не думаю. Я на минутку. Угу.
Я не хочу никому навредить. Я просто хочу, чтобы вы нашли убийцу. Найдем. Понимаете, весь город напуган. У меня мама боится на улицу выйти. И мне звонит каждые полчаса. Я вас поняла. Подождите, я не знаю, может быть, это и не важно, но вдруг, ведь любая информация может пригодиться. В тот день, про который вы спрашивали... 5 лет назад? Да, здесь был не просто скандал, здесь драка была. Наши присоединились, посетители тоже, полицейских вызвали. А потом... Потом начальство дало взятку, чтобы они дело замяли. Спасибо. Еще добавки? 5 лет назад, после той драки, здесь были сотрудники полиции. В деле этого нет? Конечно. Потому что им дали денег, чтобы они не регистрировали это происшествие. Откуда ты это знаешь? Можно счет? Скажи, ты специально попросил вести опрос, чтобы скрыть это? Да нет, почему? Просто меня тут не было еще тогда. Но были твои коллеги по боевому братству. Ты знала взятки? Нет. Конечно, нет. Это мой дядя Михаил Анатольевич. Это моя подруга Алина. Алина Калашникова. Соболезную насчет мамы. Спасибо. Все, мне пора на работу. Пока. Пока. Присаживайтесь. Ну, и зачем вам понадобилась копия старого дела, Леночка? Понимаете, меня тогда не было в городе. И я... Ну, копия старого дела-то вам зачем? Чтобы знать, как ее искали. Я хотела к вашему следователю обратиться, но мне сказали, он в Москву уехал. Да, уехал. Тот еще карьерист. Ну, не переживайте, искал-то он как надо, как положено. Я в этом не сомневаюсь. Я просто хочу знать, как было на самом деле. Все хотят знать, как было на самом деле. Я отблагодарю. Так мы уже вроде как договорились. Тихо, тихо. Не при всех же. Вот. И, пожалуйста, обо мне никому ни слова, хорошо? Конечно. Спасибо вам большое. Ну, до свидания. До свидания. Я отобрала несколько дел о пропавших девушках. Их нужно перепроверить более тщательно. Есть проверить. В ту ночь он был в ресторане до утра. Не помню, что он так надолго задерживался на работе. Извини. Я действительно думал, что мама нас бросила. Для меня это просто шок.
тот вечер, когда она пропала, ты был в Эндере? Что это у тебя? Копия дела. Откуда оно? Зачем? Что ты делал в ресторане ночью? Что там случилось? Твой одноклассник Рома Жилин затеял драку. Посетители вызвали полицию. Грозились обратиться в суд. Пришлось просто решать эту проблему. Рома Жилин? Так это из-за него все это началось? Он тоже там был? Слился гаденыш, как только полицейские приехали. Просто когда мы учились в школе, мы с ним, ну... Встречались? Нет, наоборот. Он меня преследовал, я его отшивала. Потом у нас была вечеринка в школе, и... В общем, я там впервые попробовала алкоголь, ну и травку. В общем, он пытался меня изнасиловать. Что? Что? Да ничего, я вырвалась и убежала. Почему ты мне ничего не сказала об этом? Из-за травки. Я побоялась, что... Да ты был на своей рыбалке, как всегда. Я маме рассказала. Мама пошла к его отцу. Он у нас тут заместитель мэра. Отец Роме запретил вообще ко мне приближаться. Они там как-то с мамой договорились, что все будут молчать. Если бы я не прошла тест на наркотики, у меня были бы проблемы. Мразь, мерзавец. Да черт с ним. Просто что, если это он убил маму? Ну, чтобы отомстить ей. Остальные жертвы? Не знаю. Может, ему понравилось убивать. Помнишь, как он о ней сказал, когда мы его встретили? Помню, но если бы это он убил, он не стал бы кричать на всю его. Да он был пьяный. О, Пашкет, как делишки? Паш, ты чего смурной-то такой? Пять лет назад в Эндере была драка. Помните? Че это мы должны помнить драку, которая была 5 лет назад? Туда приехали патрульные, потом несколько человек из нашего управления. Патрульных отпустили, а драку замяли. Че-то, Пашка, я вообще не одупляю, о чем ты. Но вы же там вместе были. Вместе? В ком еще вместе? В ресторане «Эндер» 5 лет назад. Вы получили взятку, чтобы не возбуждать дело о драке. Это кто тебе такое сказал? Паш, ты не выспался? Может, тебе сон какой дурной приснился? Или барышня твоя областная тебе мозги пудрит? Ты, Паш, лучше делом займись. Своим делом. У тебя вон убийца по городу разгуливает. Ты сидишь, прохлаждаешься. Да он, по-моему, не работал никогда. Жилин, такой Жилин. Всю жизнь живет на папины деньги. Торчит, бухает. Девок постоянно меняет. Папа ему дом купил, машину. Чего ему еще надо? А где он живет? На Беляева, кажется. Номер дома не знаю, но он такой большой. Самый модный там. А ты что, пойдешь к нему? Я? Да мне зачем? Нет. Смотри, а ты жених тебя за такой по головке не погладит. А женихов лучше не злить. Да. Мне уже кажется, Денис сам не рад. Приехал на смотрины, называется. И город какой-то стрёмный, и семейка с проблемами. Ну брось, он же тебя любит. Ой, Даш, любит, не любит. Таких, как я, полно. Thank you.
Ты не знаешь, где Алина? А что ты меня спрашиваешь? Это же твоя девушка. Да она просто днем ушла, на звонки не отвечает. Не знаю я, где твоя Алина. Ладно, пойду прогуляюсь, поищу ее. Я тоже ухожу. Пабло, мы там после работы в Эндер собираемся. Ты с нами? Ну? Угу. Давай. Молодой человек, а вы откуда? Из Москвы. О как. А в Погорске что делаете? Невесту ищу. Сержант Гладких, далековато вы невесту ищете? Что, в Москве никого не осталось? Так невеста местная, из Погорска. К отцу вот приехали погостить. Ушла, на звонки не отвечает, волнуюсь. Решил прогуляться. У вас же тут маньяки вроде. Вроде. Так что же вы невесту одну в город к маньякам отпустили? Так сама ушла. А документики у вас есть? А причину проверки не обязаны назвать? Ну, допустим, ориентировка есть. Такая причина жителей Москвы устроит? Документов с собой нет. А вот это плохо. Сами знаете, какая у нас обстановка. Убийцу ищем. Так я же не местный. Так и убийца не местный. У нас таких психов отродясь не было. Я живу тут недалеко. Можем доехать, я документы покажу. Присаживайтесь. Сдавать своих подло, как ни крути. Она пашенцей, циничная стерва. И хоть по головам, по твоей башке тоже пройдет, как пить дать. Просто делай свою работу. Просто ей мужик нужен. А Пашке баба. И такая, чтобы не свалила, как бывшая, а вцепилась в горло мертвой хваткой. И придушила. Так, ладно, я пойду кофе себе возьму. Можно мне двойной эспрессо? Да, конечно. Это ты мне договор подсунул? Ты что, решил мне ресторан отжать? Вот тебе, а не ресторан. Никто у тебя ничего отжимать не собирается. Будешь получать прибыль так же, как и раньше. Костя, не держи меня за идиота. Я надеюсь, ты меня услышал. Все, мы закрыли эту тему. Я надеюсь. А вот и она. Все нормально. А что случилось? Просто проверка документов. А вы его невеста? Да. Не стоит в Погорске одной гулять. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Где ты была? Следила. За домом Романа. Только я его там не дождалась.
А тебе не кажется, что, во-первых, это глупо, а во-вторых, опасно? Если это опасно, это точно не глупо. Я не понимаю, что ты хочешь добиться этой слежкой? А папы нет? Не знаю, был дома, когда уходил. Папа, а ты не знаешь, как найти тетю Эллу? Кого? Тетю Эллу, мамину подругу из Сергиева Посада. Ту стерву, сплетница. А зачем она тебе понадобилась? Не зачем. Алина! Это ты поменяла местами фотографии? Какие фотографии? Вот эти. Раньше эта фотография стояла здесь, а теперь наоборот. Пап, я не знаю. Не надо под видом помощи наводить свой порядок. Убирайте за собой, за псиной своей убирайтесь. Вон в шкафу всю посуду переставили. Не лезьте, куда вас не просят. Глупая собака, ко мне! Найда! Дядя! Дядь! Что происходит? Куда это они? К старому мосту. Под ним нашли Романа Жилина. Труп? Нет, жив, говорит, его кто-то скинул. Но он сын заммэра, поэтому все суетятся. Ясно. Поехали. Ну и кто на тебя напал, как? Я же сказал, со спины не видел ничего. Ты что, пьяный, что ли, до сих пор? Что тебе ночью там понадобилось-то? А я гуляю, где хочу, цветочки собирал. Ой, все, увозите его! Ну, а вы что делаете? Где Роман Жилин? Увезли в больницу. Он что-нибудь видел? Кто на него напал? Да никто на него не нападал. Он сам свалился, пьяный, обдолбанный. Всю ночь до утра провалялся, так и не протрезвел. Свидетелей нет. А что он тут делал? Паша, а то ты не знаешь. Он закладки искал. Любимое место для кладменов. Вам-то он на кой черт? Он может быть связан с нашим расследованием. Интересно, каким это образом? В ночь, когда пропала Елена Калашникова, он устроил драку в ресторане ее мужа Эдуарда. А недавно он подрался с женихом Алины Калашниковой, дочери Елены. А, и девок тоже он всех убил, да? Куда увезли Жилина? Слушайте, это мое дело, а вы своим займитесь. Так вы же своим не занимаетесь. Даже не рассматриваете версию, что его могли столкнуть. Да никто его никуда не сталкивал, он сам свалился. Не надо ничего придумывать. Куда увезли Жилина, мне надо с ним поговорить. Ладно, мне что, жалко, что ли? Больница номер 3, допрашивайте, сколько влезет. Только пусть протрезвеет сначала. А потом свою работу делайте. Множественные осколочные переломы. Придется делать операцию. А бейсбола побольше дайте. Наркотики употребляете? Нет. Не особо. По возможности. Нам надо задать ему пару вопросов. Вы понимаете, что ему сейчас необходимо? Сейчас необходимо нам. Так, я уже говорил. Короче, не видел я, кто на меня напал, но знаю точно, это было нападение. 5 лет назад ты устроил драку в ресторане «Эндер», помнишь? Нет, не помню. В любом случае, я все с владельцем порешал, как бы я дал ему бабок там, на мебель, на ментов. При чем здесь это? В чем проблема? У тебя какие-то проблемы с семьей Калашниковых? Нет. Что насчет драки 3 дня назад с Денисом Мезенцевым? С кем? А, это этот, московский, с жених Алинки. Да ничего, драки-то как таковой не было. Пару лещей ему дал, и все. Что ты делал у старого моста? Не ваше дело. Закладку наркотиков искал?
Так, без адвоката я говорить не буду. Так, значит, вчера вечером около 9 вы вышли из дома, и вас сразу остановили патрульные? Не, не сразу. Я прошел пару кварталов, и там остановили. У меня просто документов с собой не было, вот они привезли сюда, проверили. Как раз Алина пришла. Все, мы весь вечер дома провели. Угу. И Романа Жилина вы не видели? Нет, не видел. Знаете, мы, конечно, с ним повздорили, но я даже заявление не стал подавать. Ну, потому что с моста, тем более, не стал бы скидывать. Все в порядке? Да, простая формальность. А у вас как дела? Все в порядке? Да. Спасибо вам. Все, до свидания. До свидания. Алина, это сейчас дома? А, да, у себя в кабинете. А вы не закончили разве? Да, я вещи кое-какие забыла. Что? Даже не ты его с моста скинула. Ты с ума сошел? Я просто... Денис! Просто спросил. Я ж тебе говорила, я была у Даши. Потом я его ждала около его дома, но не дождалась. Просто полицейский сказал, что он пьяный был, а у тебя алиби нет. Денис, не зли меня, пожалуйста. Я и так вся на нервах. Не указывай, что мне делать! Ты что, совсем страх, что ли, потеряла, содержанка? Я ведь как дом тебе купил, так могу его и продать. Пап, что это было? Мы сами разберемся. Мы – это кто? Ты и Люся? Да, я и Люся. Она что, твоя любовница? Не лезь не в свое дело. Хочешь знать правду? Да. Да, я и Люся, мы встречаемся 2 года. Есть еще вопросы? Алин, ну хорош. Ты считаешь это нормально? Ну, Алин, ну они взрослые люди, а? Ну что в этом плохого? Да все в этом плохое. Он о маме думал вообще. Слушай, он же сказал, что 2 года назад они начали встречаться. Никто никого не предал, не обманул. Он назвал ее содержанкой. Ну, это уже их отношения. Пускай сами там разбираются. Извини, конечно, но я не могу тебя поддержать в этом. Не знаю, может, ты и прав. Я просто никак не могу с этим смириться. Ладно, все. Выдохнули, да? Пошли. Чайку горячего выпить. Еще заболеть не хватало. Я схожу в душ. А, хорошо. Тань, садись! Тань, ты чего тут? Ты знаешь, если мы промокнем и заболеем, то убийцу еще долго не поймаем. Так садись в машину, зачем вообще сюда приехал? Есть что сказать или просто делать нечего? Ты знаешь, для наружного наблюдения требуется разрешение начальства. Да-да. Мне шеф сказал, чтобы я ему докладывал о тебе. Ну, в смысле, о твоих нарушениях, ошибках. Видать, ты его сильно достала. Послушай, я могу привезти зонт, если это поможет расследованию. Или тебе. Ну, хватит мукнуть, садись в машину уже. Я не брал взяток и никого не покрывал. Не хочу, чтобы ты обо мне плохо думала. Верю. Я иногда тоже перегибаю палку.
Убирайся из моего дома. Не хочу тебя видеть. Не хочу. Убирайся. Да. Извини, ты с кем-то разговаривал? Ни с кем. Тебе показалось. Слушай, я не хочу показаться навязчивым. Давай ближе к делу. Да. Мы с Алиной решили чаю попить. Хочу, чтобы ты присоединился. Новые вопросы ко мне появились? Алине сейчас тоже нелегко, ты же понимаешь. Я просто хочу, чтобы все перевели дух, наладили отношения. Посидим, чай попьем. По-семейному. Только без алкоголя, пожалуйста. А можно я буду говорить ничего не значащие фразы? Ну так, разрядить обстановку. Никто не против? Болтай. Нас в детдоме по такой погоде всегда заливало. Крыша дырявая была. Вокруг кровати везде тазики ставили. Грохот такой стоял. Уснуть невозможно. Я вот все время лежал и думал, вот вырасту, начну крышу чинить. Вот. Надо было в психиатр идти. Точно. Можно лично вопрос? Ты была замужем? Однажды вот в такой же дождь я вернулась домой, а муж в постели с любовницей. О, как. Прости, не хотела. Выставила их обоих, в чем мать родила, на улицу. Потом муж на меня заяву накатал начальству. Давно? Да лет 7 уже. Вот после этого я в убойную перевелась. А там взятки берут, не стесняясь, на глазах у всех. Уж поверь. Ну, не все, конечно. Парочку. Полгода назад я не выдержала. Подала рапорт в службу собственной безопасности. Следили за ними. Месяц назад взяли с поличным. Я помогла их взять. Такая вонь началась в отделе. Вот сюда меня и сослали. Поэтому ты никому не доверяешь? Хотела бы доверять, да поводов маловато. Тань, а здесь-то мы чего делаем? Не знаю. Я сюда следить за ними приехала. От отчаяния, что ли. Понятно. Ну ладно, поехали, отвезу тебя в гостиницу. Поехали. Доброе утро. Как спалось? Доброе. Спала, как убитая. Слушай, ты ночью ничего не слышал? Ничего. А что? Мне кажется, отец ночью куда-то ходил. В дождь? Куртка мокрая.
Да, я слушаю. Что? Ночью? Ты где? Можешь за мной заехать? Так мы все дома были, чай пили, потом спать пошли. Я во время дождя крепко сплю, поэтому ничего не слышал. Я той ночью просыпалась от дождя. Выходила на кухню. Папа был дома. Я слышала, как он храпит. Она работала у меня по дому. Вчера вечером заходила на несколько минут забрать насадки для пылесоса. Она не показалась вам взволнованной? Да нет. Все как обычно. Ночью вы дома были? Конечно. А где же мне быть? Спал всю ночь. Злишься? Не люблю врать. Тем более полиции. Вообще не понимаю, почему нельзя было честно сказать, что он уходил ночью. Вот зачем ты соврала, что просыпалась? Потому что папа не убийца, а они его подозревают. Ну все, я отправил Калашникова на дактилоскопию. Это девочка. Алина? Угу. Не знаю почему, но я уверена, что она лжет. Людмила Никифорова была убита около часа двух ночи. Она сама открыла дверь убийцу. То есть была с ним знакома, да? Возможно. Убийца задушил ее, потом связал ей руки леской и насыпал в рот песок. Скажите, а Калашников был последним, кто видел Никифорову живой, а? Да, также его дочь и ее жених. Денис Мезенцев. Значит, Калашников у нас подозреваемый. Возможно. Как минимум две жертвы связаны с ним напрямую. И третья косвенно. Бородаев подрабатывал у него в ресторане и пропал спустя неделю после исчезновения жены Калашникова. Убил свою жену, а потом, чтобы обеспечить себе алиби, привлек к этому делу Бородаева, которого потом тоже убил, так что ли? Или Бородаев был свидетелем? А как связать остальные жертвы? Вошел во вкус, понравилось убивать.
У нас пока нет никаких доказательств этой версии, но мы ее считаем вероятной. Еще нам нужно сравнить обувь со следами у дома. Мы хотим провести обыск в доме Калашникова. На каком основании? Прокурор не подпишет постановление. Найдите что-нибудь существенное. Сейчас в доме Никифоровой работают все наши криминалисты. Может, там будет какая зацепка? Я вызвала криминалиста из области. Вот как. Значит, нашим вы не доверяете, да? Просто хочу быть уверенным в результате. У нас тут люди боятся по вечерам из дома выходить. Говорят, в полиции есть несколько версий. Кого подозревают, никто не знает. Нас тут из центра сначала следователи прислали, потом криминалист. Скорее бы уже поймали этого выродка. Да не говори. Но зато у тебя работы меньше. Меньше трав, люди-то дома сидят. Если бы. То кипятком кто-нибудь ошпарится, то из окна выпадет по пьяни. Да. Слушай. Рома Жилин лежит, да? Ну да. Одноклассник твой. Проведать хочешь? Ну, упаси Господи. Просто к слову пришлось. Слушай, а он дома ночует или? Нет, что? Он совсем не ходит. Даже в туалет только с чьей-то помощью. Целыми днями сидит у себя в отдельной палате и в приставку играет. Понятно. Я проверил все дела пропавших девушек в области. И вот что обнаружил. Голикова Анжелика Сергеевна. Последний раз ее видели на выезде из Погорска. Перед исчезновением была одета в кожаную куртку с металлическими вставками. Остатки одежды похожи на кожаную куртку с металлическими вставками. Так, когда пропала? 1,5 года назад? Пропала здесь, но дело почему-то оказалось в области. Есть координаты родственников? Да. Сестра подавала заявление. Вот. Дэн, хватит тут сам. Да я не дуюсь. Я просто считаю, что это неправильно. Неправильно? А как правильно? Отца надо было сдать. Ну, что значит сдать? Сдают преступников. А ты сама сказала, что он не убийца, значит, ему ничего не угрожает. Такой ты наивный, конечно. Ты такая... Я тебя не узнаю. Ты же сама сказала, что хочешь найти убийцу мамы. И как ты это делаешь? Обманываешь следствие? Следствие? Да следствию плевать далеко. Если тебя совесть замучила, может, сам пойдешь, признаешься обо всем в полицию? Сделаешь из отца козла отпущения из-за мокрой одежды. Чего не идешь-то? Блин, я не хочу с тобой ссориться. Но делать вид, что все нормально, я не могу. Ты на здоровье. Пап, что случилось? Эта псина изгадила мне кресло. Убери ее отсюда. Папка. Собака должна жить на улице. Ты ее бил? Пальцем не трогал. Не бойся. Пока. Не бойся. Ну, а когда Анжелка пропала, я поехала в Погорское ОВД. Они говорят, прописка здесь есть? Нет. Ну, вот и обращайтесь по месту прописки в область. Я им говорю, она не жила по прописке. Она в родительском доме жила. Никто даже слушать не стал. И вы обратились в областное? Да. Да я все понимаю. У нее же работа была незаконная и опасная. Она на трассе стояла. Ну, и она рассказывала, что до этого пропадали уже девочки. Никому дела не было. Черт. Я думала, она просто уехала. Это точно она? Вам нужно сдать ДНК, тогда сможем точно сказать. Как скажете. И если найдете контакты тех, с кем она работала, пришлите, пожалуйста. Я поищу. Поищу.
Спасибо. Вам спасибо. Полиция не дает никаких комментариев по делу об убийствах, ссылаясь на тайну следствия и оперативные действия. Но и без этого понятно, что в городе действует серийный. Уже на всех форумах написали про бездействие полиции. Ну, им, наверное, тяжело работать, когда никто не хочет правду говорить. Денис, хватит! Уже все известные блогеры про это написали. Уже дошло до Москвы и до Питера. Костя, я тебе еще раз повторяю. Не держи меня за дурака, да? Я свою долю продавать не собираюсь. Да, ты правильно меня понял. И прекрати мне звонить уже с этим предложением. Все! Закрыли эту тему, я еще раз повторяю тебе. Я вас услышал. Обязательно разберусь с этим. Обещаю, что виновные понесут наказание. То, что ваши сотрудники не приняли заявление о пропаже человека, это ваша вина. И неважно, была она проституткой или врачом. Я вас услышал. Что-нибудь еще? Я тогда пойду? Нет, ну ты подумай, а? Я виноват в том, что эти придурки из Ворошиловского не искали проститутку. Да это она сгорячает. Проститутку! Слушай, может, она больная, а? Может, и больная, но по костям-то вряд ли определишь. По каким костям? Вот. Да я не про труп, я про эту стерву. Слушай, Паша, ты за ней следишь, а? Она где-нибудь накосячила? Никак нет. Все четко по правилам. Паш, тебя мадам зовет. Из области криминалист приехал. Ступай, ступай. В доме много отпечатков, не принадлежащих хозяйке. Она жила одна. Вряд ли это отпечатки убийцы. Судя по всему, он действовал так быстро, что просто не успел до наследия. Паш. Нужно узнать, с кем общалась Никифорова, у всех снять отпечатки. Я слышал, что убийца дверь оставил открытой и калитку. Ну так торопился, в попыхах. Или привлекал внимание. Пафнутий, таратайку свою переставь. Что еще? Да, вот здесь следы на газоне и на дороге. Такое впечатление, что он специально потоптался в грязи, а потом наследил. У вас же, я слышал, еще трупы были, с которых началось расследование. Да. Как их нашли? Сгорела заброшенная ферма. Та постройка, где они были зарыты. А о пожаре как узнали? Был звонок с трассы. Водитель какой-то позвонил. Водителя мы так и не нашли. Звонок был с корпоративного номера, левая симка. Это вполне мог быть убийца. Зачем? Играет с нами, привлекает внимание. Ясно, спасибо. Да, Пашантелло, пора менять тебе тачку. Ага, на велосипед. Парни, не пойму, это у вас зависть или желание самоутвердиться? Ну мы же шутя. Зависть к чему? К ядру к этому? Ну, кто-то честный, не берет взятки. А кто-то на хорошей машине. Это вы, Татьяна, на что намекаете? На то, что мы взятки берем? Хотите поговорить об этом? Вы зачем сюда приехали, что вам надо? Шеф прислал, если помощь понадобится. От вас точно не понадобится. Можете так шефу и передать свободно. Они так-то парни нормальные. Паш, тебе нужно научиться отвечать на хамство. Да я хамство не почувствовал вроде. Вроде. Так, поехали. Куда? На трассу между Погорском и Шейным. Я скажу, где остановить. Угу. Денис. Да хватит, малыш. Ты устала. Давай сегодня пораньше ляжем. Иди ложись. У меня тут кое-что интересное, я еще посижу. Ну ты что, мазохистка?
тебе нравится? Читать, как твоего отца грязью поливают? Да, нравится. Уйди, пожалуйста, и закрой дверь. Менеджера по продаже женских услуг. Сутенер? Это сестра Голикова прислала? Угу. Вон. Следователь Мальцева, мне нужно задать вам пару вопросов. Задавайте. Вы знали Анжелику Голикову? Не припоминаю такую. Она работала у вас, пропала 1,5 года назад. Работала у меня? Вы меня с кем-то путаете. Я вообще безработный. Послушайте, мне не нужны ваши признания. Мне нужна информация о девушке и обстоятельствах, при которых она пропала. А мне нужен $1 000 000, частный самолет, такие вот дела. Слышь, ты клоун, не хочешь по-хорошему, да? Маски шоу тебе устрою, да я устрою, вообще работать не сможешь. Ладно, ладно, что ты агрессируешь-то, я так вообще шучу. Шутник, тебе задали конкретный вопрос. Давай, соображай быстрее. Анжелика Голикова пропала 1,5 года назад. Ну, рассказывай все, что знаешь. Ну что, подъехала желтая иномарка, без номеров, она села и с концами уехала. Такси? Да нет, такая золотистая вроде. Какая иномарка? Модель, седан, купе? Да не знаю, 4 двери и багажник. Я вообще машин не разбираюсь. В самолетах зато разбираешься? Водителя видел? Нет, не видел. Я там стоял. Она вон там села. С ней был кто-то рядом? Да вроде бы не было. Машина подъехала, она села и уехала. Все, конец. Ты даже в полицию не обращался? Не говорил никому? Не беспокоился? Сестра ее вроде беспокоилась. Вроде. Свободен. Надо дорожникам сказать, чтобы его погоняли. Хотя, чё толку, все равно вернется, сволочь. Слушай, Паш, я не ожидала от тебя такой резкости. Могу. Давай отвезу тебя в гостиницу. Мне в управление надо заехать. Давай заедем. Держи. Угу, ну спасибо. Что? Погорские 3 автомобиля золотистого цвета. Угу. Один из них принадлежал Эдуарду Калашникову. Зетрак с 2015 года выпуска. 2 года назад он продал его Илье Кольникову. Это старший Кольников. Отец Константина. Только зачем ему машина? Он же инвалид. Может, для сына? Хотя тоже странно, у сына внедорожник. Пока. Слушай. Да? У меня все не выходит из головы твой разговор на трассе. Почему ты так же не можешь садить своих коллег по работе? Но ведь ты тоже можешь быть и добрый, и человечный. Ну, не со всеми. Ладно. Большое спасибо, что подвез. Завтра займись отпечатками знакомых Никифоровой, а я загляну к Кольникову, посмотрю на его авто. Пока. Пока. Доброе утро. С
чего ты взял, что она добрая? Сделал тебе чай, кофе. Слушай, тут на местных форумах под разными никами оставляют комментарии с одинаковыми ошибками, смотри. По поводу? Пишут про папу, что он подкупил ментов, и поэтому они его не берут. Да уж, городок маленький, ничего не скроешь. Ты куда? Из ОВД звонили, просили подъехать. А где Лапка? На диету села? Вы можете объяснить, откуда в доме Никифоровой ваши отпечатки? Люся работала у меня более 3 лет. Я иногда бывал у нее дома. На кухне, в подвале, в спальне. На что вы намекаете? Я не намекаю. Я сейчас вас напрямую спрашиваю. Вы состояли в любовных отношениях с Никифором? Чай, кофе? Нет, спасибо. Это ваш папа, Илья Кольников? Да. Осваивает новые технологии. А о чем вы хотели поговорить? О Зитраксе золотистого цвета. Этот автомобиль принадлежит вашему отцу? Да. Из-за него он такой. Не поняла. Эта машина раньше принадлежала Эдуарду Калашникову. 2 года назад он продал этот Зитракс папе, и папа попал на нем в аварию. Будь он проклят. Это вы про автомобиль? Нет, про Эда. Он знал, что машина неисправна, но ничего не сказал. А разве машину не проверяли перед покупкой? Они были друзьями, они доверяли друг другу. Как я понимаю, после аварии дружба закончилась. Но этот трус даже не признал свою вину, только выразил соболезнования. После покупки на этой машине, кроме вашего отца, кто-нибудь ездил? Да он и сам особо не успел. Только по городу, да пару раз Сергей в Посад съездил. То есть ваш отец какое-то время ездил на этой машине, потом попал в аварию, и вы обвиняете в этом Эдуарда Калашникова? Да его много в чем можно винить. Послушайте, а к чему все эти вопросы? Вам нужна машина? Вон она в гараже до сих пор разбитая стоит. Можете посмотреть. Возможно. Позже. Расскажите об Эдуарде Калашникове. Я так поняла, вы его недолюбливаете? Он высокомерный подлец. Его сложно любить. Даже страшно подумать, что мы могли быть с ним родственники. Вот как? Ну да. Я хотел жениться на его дочери, Алине. Не то чтобы у нас были отношения, но наши отцы дружили и... В общем, однажды он подозвал меня к себе и сказал, что у меня ничего не выйдет. Что я, видите ли, недостоин его дочери. Думаю, такое слышать неприятно. Я не знаю, что вы расследуете, но, наверное, вы слышали об убийстве Люси Никифоровой? Да, слышала. А что? Вот. Полиции будет полезно знать, что она была любовницей Эда Калашникова. Лапка! 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 Денис, надо ее в городе искать. Я не знаю, она могла под машину попасть. Не волнуйся, без нервов, спокойно, мы ее найдем. Расклеим объявление по городу. У нее же на ошейнике наши номера, не волнуйся. Лапка! 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 Что ты? Людмила Никифорова? Да. Я собирался сделать ей предложение, но не знал, как дочь отреагирует, ждал. Мы все так поглощены мелкими заботами, что не успеваем сделать самое важное. Подпишите.
Что это? Вам запрещено покидать город на время расследования. В случае нарушения вы будете привлечены к уголовной ответственности. Твой отец очень опасен. Я, конечно, ни на что не намекаю, но... А вот он. Денис. Зачем ты убил Лапку? Что? Ты убил нашу собаку, чертов психопат! Что, бредишь, что ли? Я никого не убивал. Что вообще происходит? Мы нашли ее в кустах. Да у него крыша съехала. Ты что, смелым стал? Где твоя смелость была, когда нужно было Алину защитить? От кого защитить? От того, кто на нее напал. Так это ты, Рома Жилин, ты... Конечно, он. Он убил Лапку. Он убил Люсю. Он убил твою маму. Понял. Ну, может, срочно отсюда уехать. Твой отец очень опасен. Машину уже сделали. Я схожу за ней, а ты собирай вещи. Алина, деточка, прости меня, я запутался. Клянусь, я не убивал ни маму, ни Люсю, ни твою собаку. Я не понимаю, что происходит. Прошу, поверь мне. Мне так болит голова. Очень сильно. Я прошу тебя, не оставляй меня одного. Пап, тебе надо отдохнуть. Пойдем. Где он? Спит. Ты собрала вещи? Денис, я никуда не поеду. Алин, ты в своем уме, а? Ты ненормальная? Я тебя силой увезу, если потребуется. Не увезешь. Вставай, пошли за вещами. Я тебе сказала, я никуда не поеду. Я не могу его одного здесь бросить. Хочешь, поезжай. Говорила, что неупрямая. Это что? Коньяк отцовский. Я тебя с этим монстром не оставлю. Не надо его так называть. Ты уже пить начала, как он, Алина. Это очень плохой знак, мы же оба это понимаем. Так мы вам обязательно сообщим. Что ты нам тюльку гонишь? Давай самого главного сюда. Нас тут убивают, а ты нам сказки рассказываешь. Вот, следователь, ведущий дело. Она приехала из области, работает каждый день с утра до ночи. Здравствуйте.
Где ваше расследование? Почему убийцу до сих пор не нашли? Из области она приехала. До области плевать на нас. Вы только... Вы чего тут? Все вы там продажные, только о карьере думаете. Так вы что все? Совсем сдурели, что ли? Михаил, ну что ты орешь? Вы чего хотите все? Хотим ответов, хотим знать, что вы делаете. Значит так, мы делаем свою работу. Все остальное у вас не касается. Все, расходитесь. Спасибо тебе, я что-то как-то растерялась. Да не за что. Вон эти устроили танцы на костер, придурки. Танцы на песке. Чего? Слушай, я все время думаю, почему песок? Что убийца хочет нам сказать? Тут у тебя нет какого-нибудь пляжа или карьера? Нет, пляж-то есть, но там песка не особо, да и песок-то не отсюда. А карьера у нас не было или нет. Но у меня есть новость. Так? Пришли результаты ДНК-тестов, опознали двух остальных жертв. Обе проститутки, работали на областных трассах. Шеф ждет. Ясно. Вызывали? Объясните мне, почему до сих пор не арестован Эдуард Калашников? А? Улик недостаточно для задержания. 6 убийств. 2 напрямую с ним связаны. Жена и любовница. Если сейчас задержать Эдуарда Калашникова, а потом выяснится, что он невиновен, на ваше управление ляжет пятно, от которого очень трудно будет отмыться. Спасибо, что беспокоитесь о нас. А его жизнь будет испорчена. Толпа всегда жаждет крови. Даже если улики будут косвенными, толпа не обратит на это внимания. Ну что ж, ну, найдите прямые улики. Ну, поймайте вы этого убийцу поскорее, иначе толпа захочет нашей крови. Все, давайте, погоним. Леш, пожалуйста, это же твой форум. Скажи, кто пишет гадости про моего папу. Это не мой форум. Ну ты там админ. Алин, ты знаешь, что говорят в городе про твоего отца? Да мне плевать, что говорят в городе. Это пишет один и тот же человек, понимаете? Однотипные сообщения, одинаковые ошибки. Вот книги, с которых это пишут. Даш, пожалуйста. Леша, это правда очень важно. Ты же знаешь моего папу. Почему ты веришь во всю эту... чушь. Да я уже не знаю, чему верить. Алина, мне страшно на улицу выходить. Страшно дома быть. Я не одна такая. Я уехать хочу. Денис тоже говорит, что надо уезжать. Я бы на твоем месте его послушала. Ты не на моем месте. Ты вообще ничего не знаешь. Это один человек, один IP-адрес. Кто? Это Костя Кольников. Почти все ники — это он. Последние 2 писали через прокси, поэтому точно сказать не могу. Леша, еще есть паблики в соцсетях. Там предлагают людям заплатить, чтобы они протестовали и писали в полицию. Алин! Я не хакер. Соцсети меня не касаются. Я и так уже превысил свои полномочия. Хорошо. А можно еще одну просьбу? Последнюю. Распечатай мне эти данные. Пожалуйста. Мы с женой прожили вместе меньше года. Она сказала, что ей тут душно. Подала на развод и уехала в Москву. Там снова вышла замуж и, кажется, опять развелась. В вечном поиске лучшей жизни? Наверное. А ты не думала снова замуж? Да как-то нет. Ну, а кроме работы у тебя есть какие-нибудь увлечения? Рестораны. Рестораны любишь? Эти рестораны, все они находятся рядом с теми местами, где пропадали девушки. Все связано. Все крутится вокруг Эдуарда Калашникова. Да. Хорошо. Давайте встретимся в управлении.
Сейчас. Кто звонил? Алина Калашникова. У нее есть для нас важная информация. Все эти сообщения написал Костя Кольников. Он подкупил блогеров и людей настраивает против папы. Зачем это ему? Чтобы папу из бизнеса выкинуть. Он ему мстит. Для чего? За проданную машину? Да. Отец Кости попал на этой машине в аварию. Костя уверен, что это папа виноват, но он вообще ни при чем. И зачем нам это? Идите с этим в суд, подавайте на клевету. Да вы не понимаете, что ли? Костя может быть причастен к этим убийствам. Он все делает, чтобы папу подставить. Проверьте его. Уж слишком сложная схема для того, чтобы подставить вашего папу. Вам наплевать, да? Вы уже моего отца в преступники записали? Никто вашего папу пока в преступники не записывает. Вы должны знать, что он может быть не тем, кем вы его считаете. Да я его знаю. Он не мог. Никогда. Проверьте Костю Кольникова. Хорошо, проверим. Спасибо. Это все от отчаяния, такие громоздкие теории. Тем не менее, вызови завтра Константина Кольникова сюда. Говорим с ним насчет этого. Хорошо. Ну что? Сказали, будут его проверять. Мне кажется, им не плевать, честно говоря. Угу. Поехали домой. Алин, подожди. Я не понимаю, что ты хочешь этим добиться? Правда. Я не хочу об этом говорить, извини. Я не хочу, чтобы ты ехала домой к убийце. Он не убийца. Это мой отец. У него сейчас очень сложный период, слышишь? Может быть, у него был нервный срыв. Послушай, я же не сказал, что он маньяк и всех убил. Но он реально опасен. Он может причинить тебе вред, ты это понимаешь? Я сейчас поеду на такси. Это мой отец, слышишь? Я не могу его оставить одного. У меня кроме него никого нет. Никого нет, да? И меня нет. Я не это имела в виду, Денис. Знаешь, я сегодня переночую в гостинице. Ночуй. Тебе придется делать выбор. Давай я подвезу тебя до гостиницы. Да тут недалеко, я пешком дойду. Пешком не безопасно. Садись. Черт, а? Как же так-то, а? Я все ж пешком. Я провожу, не спорь. Городок у нас небольшой, перспектив никаких. Вот и все стремятся уехать. Кто в областной центр, а кто в Москву. Ты тоже? Не знаю, как ты не думала об этом. Мне предлагали работу в Москве. Отказалась? Надо было дела передать. А у меня дело такое было, не могла его бросить. Полгода с ним работала. Что за дело? Убийство инкассаторов. А, это 3 года назад было, да? А налетчики в автосервисе работали. Да, поэтому их долго не могли взять. Маскировались, но взяли. Так, и чего? Чего Москва? Потом предложение уже стало неактуальным. Да, я особенно и не стремлюсь туда. Нужно, можно быть везде. Да, это верно, но
В Москве карьера. Ну, да, твоя мама была взбалмошной, и отца твоего она не очень любила. Но она бы не сбежала, не попрощавшись со мной. А потом я прочитала в новостях, что, боже, это просто какой-то ужас. Она сама говорила, что папу не любила? Алина, они не разводились только из-за тебя. Я часто слышала, как они ссорятся, и... Мне кажется, твой папа ее боялся. Боялся? Почему? Лена что-то знала про Эда. Ну, какую-то тайну, которую он хранил много лет. Она никогда не рассказывала об этом. Но один раз я слышала, как она ему угрожала. Алиночка, извини, пожалуйста, у меня внучка проснулась, мне бежать надо. У тебя теперь есть мой телефон? Пожалуйста, позвони мне, когда будут похороны. Да, спасибо, тетя. До свидания. Не виноват! Слышишь? Не виноват! Ты слышишь? Мне нужна твоя помощь. Вы автор этих сообщений. С чего вы взяли? Отвечайте, пожалуйста, на вопрос. Ну, я. И что с того? Я написал правду. Люся Никифорова была любовницей Эда, и вы прекрасно об этом знаете, но ничего не делаете. Почему вы его не арестовали? Я спрашиваю. Вы отвечаете. Где вы находились в ночь, когда была убита Люся Никифорова? Вы совсем, что ли? Вы меня подозревать будете? Знаете, я без своего адвоката больше с вами разговаривать не буду. Там приехал его отец, хочет нам рассказать что-то очень важное. Но надо спуститься. Вот следователи, которые ведут дело. Здравствуйте. Здравствуйте. Я долго скрывал это, потому что и сам виноват. Но то, что случилось, я должен рассказать вам правду. Мы вас слушаем. Тот, кого вы считаете Эдуардом Калашниковым, на самом деле не он. Эдуард Калашников скончался 30 лет тому назад. Приехали попрощаться? Эд, я хотел извиниться за грубые слова. Я просто не понимал, насколько тебе тяжело. Тоже меня прости, у меня в последнее время голова просто как в тумане. Не хотел, чтобы так вот получилось все.
кто ты на самом деле? Эдуард Калашников, у нас есть постановление о вашем задержании и обыске вашего дома. Покойте. Я тебе доверял. Я уже все рассказал тогда и даже подписал протокол. Да-да, просто несколько уточняющих вопросов. Вы сказали, что настоящий Эдуард Калашников умер почти 30 лет назад от пневмонии. Точную дату не помню. Уничтожил документы об этом. Он был сирота, воспитанником нашего интерната. Ему было около 16 лет. А вы в то время были замдиректором этого интерната? Да. В это же самое время я познакомился с Михаилом Пашаевым. Он снял у меня дачу. Михаил Пашаев сам сообщил вам свое настоящее имя и название родного города. Ельчанск, верно? Да, Ельчанск. Небольшой курортный городишко. Вы сказали, что он бежал оттуда, потому что был чем-то напуган. Но вы не знаете, чем именно. Он хотел сменить имя. Начать жизнь чистого листа. Забыть о прошлом. И вы ему помогли? У него были деньги, а у меня мертвый воспитанник. И разница в возрасте была небольшая, 5-7 лет. Я совершил такое, о чем сейчас сожалею. И готов понести наказание. Думаю, вы уже знаете, что срок давности вышел. Большое спасибо, что все рассказали. Лучше позже, чем никогда. Скажите, это он маньяк, убивший тех людей? Это все не имеет смысла. Все. Все, что вы делаете, все, что я делаю,
Это все не имеет никакого смысла! Я вас прошу, вы успокойтесь. Если вы ответите на мои вопросы, вы сами себе тоже поможете. Вы поймете, что в суде учитывается чисто сердечное признание и раскаяние. Даже если я никого не убил, я все равно виноват. Я должен понести наказание. Должен. Мы все должны заплатить за то, что сделали и не сделали. Ну, что, он молчит? Да ведет себя как псих. То ему в углу кто-то мерещится, то кричит, то плачет. Говорить отказывается. Ясно. Я сделала запрос в Вельчанск. Надо поговорить с его дочерью. Хорошо. О, Татьяна, Павел. Мои поздравления, блестящая работа. Спасибо. Ну, я думаю, что не только мы, весь наш город вам искренне благодарны. Это точно. Когда нас покидаете? Расследование еще не закончено. Ну, убийца уже пойман, остались только формальности, с которыми Павел справится самостоятельно. Разумеется, вашему начальству я сообщу, что только благодаря вам... Расследование еще не закончено. Возможно, он невменяемый, и нам потребуется заключение психиатра. Да симулирует. Это тоже может быть. Ну, а ты как думаешь? Ну, мы провели расследование вместе и закончим должно вместе. Включая все формальности. Похоже, Татьяне понравился наш город. Ну что ж, заканчивайте, только не тяните. Прокуратура уже готова идти в суд. Так, покунем. Спасибо большое за поддержку. Да не за что. Ты не должна быть одна все время. В каком смысле? Не должна бороться одна. Здрасте. Здрасте. Как вы? Как в страшном сне. Я не могу проснуться. Проходите. Спасибо. Ваш отец отказывается сотрудничать со следствием, не отвечает на вопросы. Это большая проблема для нас и для него. Вы понимаете, что рано или поздно мы выясним все, что нас интересует, но в этом случае вашему отцу никто и ничто не поможет уже. Чего вы хотите от меня? Поговорить с ним. Я не могу. Я хотела к нему пойти, но я не знаю, что ему сказать. Нужно донести до него простую мысль. Важно, чтобы он не только признался в преступлениях, но и рассказал подробности. Чем это ему поможет? Ну, как срок, условия содержания и совесть, в конце концов. Кто твой адвокат? Я от него отказался, я ему не верю. Я тоже не верю полиции. Но адвокат — это другое, слышишь? Он тебе нужен. Ты расскажешь правду? Кому нужна эта правда? Мне нужна эта правда. Посмотри на меня. Я имею право знать. Очень давно я совершил одну ошибку. И я должен за нее заплатить. О чем ты говоришь? Ты убил маму? Нет, я никого не убивал. Но я виновен. И я готов в этом признаться.
почему ты на фотографии подписан как Миша? И кто такая эта Маша? Маша. Маша Узденова. Я виноват перед ней. И перед твоей мамой тоже виноват. Я вас всех недостоин. И жить недостоин. Забудь меня. Уведите меня. Уведите меня обратно в камеру. Встать. Пошел. Что он вам сказал? Что у него нет адвоката. Это вообще законно? Есть, у него адвокат. Госзащитник, бесплатный. Только ваш отец не хочет с ним разговаривать. А я могу поговорить с этим адвокатом? Да, конечно, вы можете поговорить. Вот. Что ваш отец сказал насчет убийств? Что он никого не убивал. Она ему сказала, что признается во всем, но этого недостаточно. Что вы от меня хотите? Он отказывается со мной говорить. Я не знаю, что делать. Для начала вам нужно поспать. Когда вы последний раз спали? Вы могли бы заснуть, если бы знали, что вашего отца обвиняют в убийстве? Если ваш отец не поймет, что мне можно и нужно доверять, мне будет очень сложно защищать его. В его деле очень много белых пятен. Вы читали его дело? Конечно. Следствие предоставляет мне материалы, не все, но основные. Как его настоящее имя? Я не могу обсуждать его дело. Я его дочь. Даже с членами семьи. Если вы читали дело, вы должны знать, что убили мою маму. И отца подозревают в этом убийстве. Да, мне очень жаль, но... Просто скажите, как его зовут и откуда он? Михаил Пашаев. Из Ельчанска. Давай уже. Думаешь, что она знает что-то про отца, но не говорит? Да нет. Таня, я хочу пригласить тебя вечером погулять по городу. Ну, показал красивые места бы тебе. Чего? Ну, на пару часов отвлечемся от работы. Звучит как приглашение на свидание. Так и есть. Ты пойдешь со мной на свидание? Ну, если не хочешь, я пойму. А вечером это во сколько? Алин, с меня хватит. Ты стала одержимой его невиновностью. Правда, ты ведешь себя неадекватно. Я хочу, чтобы это все закончилось. Это все закончится тогда, когда мы в Москву уедем. Мы, а не я один, понимаешь? Я тебя очень люблю. Я беспокоюсь за тебя. Прошу тебя, давай уедем, а? Уедем и забудем весь этот кошмар. Это все, что у меня есть. Уедем? Не оставляй меня одного. Хорошо. А когда развелся и остался один, ты не поверишь, было страшно. И я после работы допоздна гулял по этим улицам и просто смотрел на людей. Ну, чтоб не чувствовал себя одиноким. Ну, почему? Поверю. Я раньше тоже очень боялась одиночества. А потом привыкла его не замечать. Знаешь, мне кажется, человек может привыкнуть ко всему. Ну, не знаю. Мне кажется, одиночество – это единственное, к чему я никогда не смогу привыкнуть. Я однажды хотел завести какое-нибудь животное. Не, ну правда, чтобы было с кем поговорить. Неужели у тебя совсем нет друзей? Ну, я имею в виду не этих из-за дела, а настоящих. Да есть, конечно, только времени на них нет. С нашей-то работой. Ну да. Иногда не позвонишь. А уж встретиться. Скажи, ты не думал что-то изменить в своей жизни? Что, например? Сменить работу?
Да нет, почему? Кроме работы есть и другие ценности. Кроме работы у меня ничего не осталось. В Юличанский архив до сих пор не оцифрован, поэтому я не знал ничего об этом деле, когда искал что-то похожее на наше. Ладно, я слушаю. 30 лет назад в Ельчанске произошла серия убийств. Убивали женщин на пляже. Убийца душил своих жертв и связывал им руки. Однажды убийцу задержали, им оказался некий Егор Шуст. Задержали не с поличным, а на основании косвенных улик. 30 лет – это большой срок. Единственным свидетелем по этому делу проходил Михаил Пашаев. Он же Эдуард Калашников. Да? Ну, ну. В последний момент Михаил Пашаев отказался от своих показаний. Шуста отпустили. Вскоре после этого Шуст совершил еще одно убийство, и на этот раз его взяли с поличным. Угу. На допросе Шуст признался, что запугал и подкупил Михаила Пашаева. Местные жители, узнав об этом, подвергли Михаила Пашаева травле. Об этом есть его заявление, что он опасается за свою безопасность. Но хода этому заявлению не дали, его продолжали травить и преследовать. Ну, выходит, этот Пашаев Калашников-то попросту сбежал. Он приехал в Погорск, и здесь ему подвернулась возможность сменить имя и начать жизнь с чистого листа. Илья Кольников, будучи замдиректора интерната, выдал ему документы умершего воспитанника. В 90-е тут был бардак. Никто ни за чем не следил, поэтому они провернули все без особого труда. Ну, это ясно. А что этот убийца, как его, Шуст? Ну, а он получил 18 лет, через 3 года умер в тюрьме. Выходит, что этот Пашаев Калашников всю жизнь мучился, и эта вина свела его с ума, и он стал сам убивать, все понятно? Пока еще ничего не понятно. Почему? Ну, потому что много вопросов. Непонятно, как убивал. Хватит почему? Уже вопросов. Назначьте ему психологическую экспертизу и все, и закрывайте дело. Послушайте, вы все дела здесь так проводите? Неудивительно, что у вас здесь бардак. Извините, что отвлекаю. Там пришел Денис Мезенцев. Хочет сообщить что-то по делу Калашникова. Я поговорю с ним. Извините. Татьяна, задержитесь на минуточку. Значит, считаете, что у нас бардак? Я убедилась в этом в первый же день, когда познакомилась с вашим судмедэкспертом. Ну где я возьму столько высококлассных специалистов? У нас же не область. Люди стремятся не к нам, а отсюда. Непременно укажу это в отчете своему начальству. Вы так все время говорите о своем начальстве? А мне интересно, что скажет ваше начальство по поводу неуставных отношений между сотрудниками? Не поняла этого, о чем? Ну, о том же, о чем и вы. Я тоже могу написать кое-что вашему начальству. Ну, например, о том, что вы приехали сюда не расследование вести, а крутить шашни с местным коллегой. Моя личная жизнь не имеет к работе никакого отношения. Это не ваше дело. Конечно, конечно. Нет, Паша хороший парень. Он заслуживает карьеры. Хочет использовать вас как трамплин. Какой еще трамплин? Он написал прошение о переводе в область, видимо, заручившись вашими рекомендациями. Или нет? Thank you.
Когда вы видели Алину в последний раз? Вчера около 6 вечера. Мы договорились в Москву уехать сегодня, но она не пришла. Я волнуюсь, как бы с ней чего не произошло, как бы не натворила чего. Что, например? Не знаю, боюсь даже подумать. Мы поищем ее. Что-то еще? Да, я, конечно, не должен был этого говорить, но в ту ночь, когда была убита домработница, это покидал дом. Откуда вам это известно? Ну, в ту ночь шел дождь, а с утра Алина увидела его мокрую одежду и грязные ботинки. А нам она сказала другое. Я знаю. Солгала, чтобы не подставлять отца. Вы понимаете, что вашу невесту теперь могут привлечь в задачу ложных показаний? Сейчас для меня самое главное — найти ее и убедиться, что все в порядке. Извините, пожалуйста, а Мария Узденова? Она тут уже давно не живет. Она переехала, по-моему, в другой район, на Королева 27, поближе к детям. Королева 27, спасибо. Королева 27. Да, я запрашивала пеленг Алины Калашниковой. Где? В Ельчанске? Нет, это все, спасибо. Пообедаем сегодня вместе? Пообедаю в гостинице. Тань. Что случилось? Тань! Здравствуйте! А вы Мария Узденова? Здравствуйте. До брака была Узденова, да. Можно с вами поговорить? А вы кто? Меня зовут Алина. Я дочь Михаила Пашаева. Проходите. Спасибо. Пашаеву, то есть Калашникову, стало плохо. Его в больницу отвезли. Что с ним? Ну, пока не ясно. Возможно, пищевое отравление. Можно поговорить с тобой? О, друзья мои, мне нужен протокол допроса Алины Калашниковой, в котором она утверждает, что ее отец был дома в ночь убийства Никифоровой. А можно поинтересоваться, зачем вам нужен этот протокол? Ну, потому что я хочу посмотреть, можно ли ее привлечь в задачу ложных показаний. А почему вы считаете, что ложные показания дала она тогда, а не ее жених сейчас? Ну, потому что у него на это нет причин. Протокол у меня. Я найду. Угу. Подожди. Что происходит? Ничего, твоему шефу нужен протокол. Нет, почему ты изменил свое отношение ко мне? Я сделал что-то не так? Выбрал не тот трамплин. Тогда интернета у нас не было. Власти ничего не рассказывали. Ходили только слухи по городу, что людей убивают. Страшно было. Ты даже не представляешь. Представляю. Потом убийцу поймали, и он то ли запугал Мишу, то ли подкупил. Все об этом узнали, и весь страх людей превратился в ненависть. У последней жертвы, туристки из Москвы, остался муж. Он организовал травлю, пытался убить Мишу. Как же его звали? Терещенко. Фамилия его была Терещенко. Терещенко. Да, вскоре после этого Миша исчез, а Терещенко еще несколько лет приезжал сюда. Все искал его, опрашивал людей. Извините.
где его найти, этого Терещенко? Ему помогал один из местных. Родственница его тоже была убита. Могу поискать его адрес. Поищите, пожалуйста. Это очень важно. Я попробую. Мы сделали анализы. В его крови присутствует андроленокорцитрофин. Это наркотик? Галлюциноген на базе амфетаминов. Но он утверждал, что не принимал наркотики. В его сознании сейчас реальность смешивается с фантазиями. Я не стал бы особо доверять тому, что он сейчас говорит. Мы его тут почистим. Завтра ему будет получше. Но, возможно, и ломка, если он провел на системе слишком долгое время. Ясно. Спасибо большое. Да, алло. Татьяна, ты там уже всех достала. В смысле? В прямом смысле. От начальника Погорского УВД на тебя рапорт поступил. Что ты затягиваешь расследование. Скрываешь данные. От УСБ я отбился. Но если он не уймется... Уймется. Скоро я уеду отсюда и перестану его раздражать. Но на завтра мне нужен криминалист. Какого черта ты там торчишь? Вы же взяли убийцу. Пришлете кого-нибудь завтра с утра? Хорошо. Я что-нибудь придумаю. Тогда еще была милиция, а не полиция. Я работал в патрульно-постовой службе. Связи кое-какие имелись. Пашаева мы долго искали. Вместе с Терещенко? Терещенко все свои сбережения потратил на поиски Пашаева. Пил много. Я когда его последний раз видел, он с трудом на ногах стоял. А когда вы его последний раз видели? Ну, это лет 15 назад. Он приехал сюда, сказал, что нуждается в моей помощи. А вы? Я сказал, что меня это больше не интересует. Много времени прошло. Все забылось, да и... У меня же семья была. У Терещенко осталась только ненависть. Господи, он этого Пашаева ненавидел больше, чем убийцу самого. А Терещенко уехал, когда вы ему отказали? Он сказал, что продал свою московскую квартиру и переехал в Погорск поближе к Пашаеву. Дал мне свой адрес на случай, если я передумаю. Но я не передумал. А вы помните адрес Терещенко в Погорске? О! Ну, я так и не понял, а где протокол-то? Я его потерял. Виноват. О как! Сам потерял или кто надоумил? Сам. Ну, молодец! Выговор тебе обеспечен. Логично. Я тебя в самом деле не просила, отдай ему протокол. Не отдам. Этой девочке и без того досталось. Чтоб на нее еще вешать ложные показания. Можешь подать на меня рапорт. Я подумаю. Да, Денис. Господи, Алина, где ты? Прости, была занята. Я дома, прости, что не отвечала. А ты где? Я в гостинице. Выезжаю за тобой. Слушай, мне кажется, я нашла убийцу. Он живет здесь, в Погорске, недалеко от папы. Thank you.
Я нашла убийцу. Это муж последней жертвы ильчанского тушителя. Его зовут Олег Терещенко. Он следил за моей семьей и... Да, Наталья Терещенко. А, муж Олег Терещенко. Сын? Какого года? Ага, ясно. И прописка. Да, спасибо. Готово? Да, в алкоголе, который мы забрали на посуде, найдены следы адренокантитрофина. Спасибо. Не за что. Во всем виноват. Кто оставил меня без мамы? Он только об этом и думал. Он с ума сошел и тебя с ума свел. Не, не сходил он с ума. Просто у него была цель. Ведь он нашел твоего отца. Я тогда только школу закончил, а он купил здесь дом. Но папа ведь он... уже слабый был, не успел отомстить. Но у него остался я. Это ты убил маму. Ты убил Люсю и всех этих женщин. Ты следил за нами. Ты их всех убил, чтобы папу подставить. Не просто, чтобы подставить. Я хотел, чтобы Пашаев прошел такой же ад, как мы с папой. А ведь я хотел сначала убить... только его жену, ну, твою маму. Но когда у твоего отца оказалось алиби, пришлось придумать новый план. Сложнее, конечно, но красивее. Это ты подбросил фотографии. Ты убил лапку. Так она же моя. Да черт не с этой псиной, ты зацени масштаб, а? Мне столько привычек пришлось поменять, чтобы познакомиться с тобой. Я реально стал другим человеком. Да, Денис Мезенцев. Он у себя, вы не знаете. Уехал днем. Был взволнован. Ясно, спасибо. Значит так, телефон Алины Калашниковой пеленгуется в Камышовском районе. Таня, что случилось? Денис Мезенцев на самом деле Денис Терещенко. Его мать последняя жертва ильчанского душителя. О, черт. Так это он. Где это Камышовский район? Ну, там, где выезд из города. Ну, выезд прямо на трассу. Там старая ферма. Поехали. Нет, только не сейчас. Только не сейчас. Ну, заведись ты! Нечего было пить его коньяк. Я сначала только в бочонок с вином подмешал. Но он же пьет, как конь. Куда ты меня везешь? А тебе не все равно, где повеситься, а? Как ты можешь жить, зная, что твой отец маньяк? Такой позор. Yeah.
может иметь при себе документы на имя Дениса Мезенцева, либо на имя Дениса Терещенко. Может быть вооружен. Вероятно, у него есть заложница, которая угрожает опасности. Девочка моя, так я и знал, что ты какую-нибудь глупость совершишь. Даже просил полицию тебя найти. Но ты права, им плевать. Денис, не надо, пожалуйста. Наверное, так же моя мама говорила, когда ее убивал тот, которого отпустили за твоего отца. Как без тебя жить-то буду? Привыкать? Никого. Все, давай, поехали. Черт, ну заводись! Я знаю, короткий путь. Давай. За мной. Стой, стой. Давай туда. Я туда. Сказал бежать в другую сторону. Слушай, ну нарушу приказ, ничего. Можешь на меня два аэропорта подать. Давай вызывай скорую, это свое братство. В вашей квартире в Москве обнаружен цифровой фотоаппарат с оригинальными снимками Алины и Елены Калашниковых, а также Михаила Пашаева. Как вы можете это объяснить? Также у вас была найдена катушка с остатками лески, идентичной той, что была на жертвах. На вас зарегистрирован золотистый Зитракс. Его нашли в гараже вашего коллеги. В машине нашли отпечатки пальцев Анжелики Голиковой. Это девушка, которую убили 1.5 года назад, и которая все это время пролежала в земле? Ее много раз задерживали, поэтому отпечатки есть в базе. В багажнике нашли 8 граммов адренокортитрофина. Как вы можете все это объяснить? Ну, я так понимаю, что ваш подопечный, он отказывается от дачи показаний, да? У меня только один вопрос. Как там Алина? Жива. Ваш папа пока еще в СИЗО под следствием. Это из-за фальсификации документов. Ну, его тоже скоро отпустят. Останки жертв выдадут родственникам в течение нескольких дней. Thank you.
Алина. Можно я побуду с мамой? Да, да, конечно. Приветствую. Алина там еще? Я тогда потом, наверное. Хотя, наверное, вообще зря пришел. Зачем пришел-то? Зачем, зачем? Прощения попросить. Я такого наговорил. Про покойников так нельзя. Я Алинку цеплял постоянно. Короче, простите меня, лады? Ну, и ты меня прости. Так это ты меня. Ну, ничего. Значит, правильно. Нет, неправильно. Я продал Косте свою долю в Эндре. Подписал все бумаги. Мне все равно. Деньги перечислил на счет Погорского детского дома. Ты простишь меня? Не сегодня, когда-нибудь. Таня, уезжаешь, не попрощавшись? Твое прошение о переводе подписано, я тебе больше не нужна. Вот это? Да? Да? Мне плевать на перевод. Эта бумажка ничего не значит, так же, как и твой бессмысленный жест. Тебя ждут в области. Если ты меня там не ждешь, я никуда не поеду. Ну, а я поехала. Всего хорошего. Нет, подожди, ты никуда не поедешь. Пусти. Нет, я тебя не пущу. Паш. Я тебя никуда не отпущу. Всегда буду рядом.